Всем привет, с вами Алексей, и это первый взгляд на демоверсию игры. Сейчас я переведу, что тут написано. Якудза Ишин. Если кто-то не знает, что такое Якудза, что это за серия игр, то добро пожаловать на Википедию, там вам все разъяснят, разжуют, просто рассказывать очень долго. Мне понравилась в свое время очень третья часть. Очень понравилась. Понравилась четвертая часть. Не так, как третья, но тоже неплохо. И... О боже. И про зомби, не помню, как называется, я ее не прошел, но так чуть-чуть поиграл, пока не столь ясно. На PlayStation 4 уже вышла Ишин, и кажется, Якудза 5 анонсирована. Якудза 0. Пятая выходила на PlayStation 3, но до нас она еще так и не добралась, а когда доберется это, и та, и очень-очень понятно, еще и ходы переиздания первой и второй части. Ладно, давайте смотреть. Я случайно наткнулся в японском сторе и решил попробовать хотя бы на японском. Хотя и в английском-то я немного-то и понимаю. Просто она визуально очень красиво, сюжетно подается очень классно, и крутые здесь баталии сделаны. Ну, посмотрите, это графон, это круто. Кимото. Бла-бла-бла-бла-бла. Давайте я буду так импровизировать. Однажды шли самураи себе по улице, смотрели себе по сторонам, им что-то не понравилось. Вода, ну вода. Он эксген вода. Что примечательно, интересно, что... Ух ты, редьку режет. Персонажи первый, второй, третий, четвертый, пятый, Ишин, зомби. Да, все хорошо, все в порядке. Они... одни и те же, то есть, получается, оригинальная серия, серия Якудзы с первой, там, по пятой, они происходят примерно 80-е, 90-е года. Ну, может быть, и по наше время там тоже уже дошло, доходит. Есть пара отвлечений, это вот про самураев, которые вот ихний век, как же он называется-то, я уж не помню. Да, давай просыпайся. Вот главный персонаж, он вообще главный персонаж всех частей, неважно, в будущем, в прошлом, в настоящем. Он будет постоянно, эта рожа будет видеться вам везде. Много спишь. О, фига тут звук. Хаджима-сан. Яджима, кажется, его зовут. Всем очень интересна эта игра. Как я уже сказал, здесь зашибенные ролики сделаны. На самом деле это еще не игра, ну, она на движке, конечно, сделана, но игра, скорее всего, будет выглядеть чуть-чуть похуже, но ролики здесь выглядят просто сногсшибательно. Они еще выглядели даже в третьей части сногсшибательно, игра хоть там 2007 года, кажется, но визуально она выглядит просто офигенно. Как и четвертая, там еще лучше, пятая еще круче. Вот на PlayStation 4, как видите, ну, достойно. А, у меня память даже тут не хватилась, я уж подумал, что игра не скачалась. Так вот, что... Блин, тут... А, ладно, будем. Я в этом японском иероглифе вообще ничего не понимаю. Ну, хотя, я не сказал, что она выглядит хуже от роликов, она... не отличается. Ну, может, это на PlayStation 3, там, конечно, консолька не тянула, поэтому они немножко мылили картинку, а тут очень даже достойно. Я, на самом деле, игра вышла прям вот год назад, наверное, с момента, ну, как вышла консоль, примерно там через месяц вышла игра, и я до сих пор жду ее на PlayStation 4, хотя бы англоязычную версию. Ладно, давайте выйдем.
Вот. Что в этой игре еще есть? А в этой игре она. Не сказать, что она очень серьезная, там про таких брутальных якудз, там, да, типа они там такие все. Это более, знаете, наверное, в аниме-стиле, где. То смотрят аниме, там якудзы постоянно показывают таких. Дурачков больше, да, они там дурачатся, они вроде и крутые, там, да, там, и мордасы бьют, но по большей части они там как-то так вот фигней занимаются, фигню несут, там разговаривают, как-то, знаете, как дети. И примерно игра поставлена так же, что... Здесь есть классная, да, история брутальных мужиков, но в самой игре очень много посторонних квестов, много мини-игр разных. Можно даже ходить гейша, пялиться на их сиськи, петь в караоке. Ну, здесь, наверное, караоке не будет, но в предыдущих частях оно было. Также в предыдущих частях стояли, был магазин Sega, игру сделали Sega, и... Там стояли автоматы игровые, и можно было поиграть в старые сеговские игры, там такие, тоже очень классно. И много всяких там маджонги были, пинг-понги были, и чего только не было. И просто игра насыщена, в ней много всего, можно зарабатывать бабло, тратить их на проституток, там на караоке, там с девушками знакомиться, их водить там в кафе. То есть вы вылавливаете свои, да, то есть от якудзы тут уже что-то как-то мало всего остается. Ну и, конечно, сам сюжетный ряд там с баблом, вот видите, да, все-таки ролики здесь намного лучше выглядят, чем игра. Блин, какие у них классные мечи. Я обожаю катаны. Чё-то они там... Эй, чё-то... Не нравится. Ну, проснулся мужик. Чё, бывает. И? Ну, зашёл. Смотрите, какая березка. Ну, это, наверное, не березка. Похоже очень. Это достало, я понял, что у меня места нет, останьте мне. Вот, ой, ребенок исчез. А еще мне нравились на улице в третьей части, я в четвертой их уже не встречал. А, там были эти разводилы такие, короче, хулиганы. Это вот такой типа вот так вот бежишь и врезаешься там в такого прохожего типа на, он падает. И начинается, ну, не ролик, а там, типа, общение с персонажем. Чувак такой, а, типа, блин, моя рука, ты мне руку сломал. А, боже, а, ты должен, короче, теперь заплатить мне, там, 2000 йен, иначе мы тебя, там, засудим и отберем намного больше. Там братан его подбегает, такой, о, братан, ты чё, Ты чё упал? Блин, братиш, держись, смотри, в больницу ты снял. Там хочется, короче, настоящий такой футболист. Российский, наверное. Симулянт. И там есть выбор, типа, набить ему рожи или отдать деньги. Но я обычно им рожи всем бил. Какой-то праздник у них тут. И они такие сбитые, все в крови, в синяках там. Вот тут можно пообщаться. Отдавали все свои карманные деньги. А, ну тут непонятно. Там написано, наверное, что происходит. Давайте. А, нас даже не пускает. Ладно, давайте пойдем куда нам надо по сюжету. Да, конечно. Все ясно, понятно. О боевой системе. Ух ты. А, ну мы вот пришли, скорее всего, в какой-то там. Ух ты, мужик, кого-то избиваем. О боевой системе здесь. Сложно говорить, это надо прочувствовать, и думаю, даже если вы сейчас увидите битву в игре, то вы не оцените весь ее шарм, так сказать. Но добит надо всегда дотерпеть, потому что якудза это больше сюжетная такая игра. Мы видите, может, это быстрее началось, но там целых 2 часа. В первой части, ой, в третьей части, там где-то до битвы тебе надо поиграть еще 5 часов, и только там первая битва начнется, там сюжет на тебя прут, он там
ушел из мафии, из этих якуз, там начал мирно жить, там всякой фигни делаешь, там домики собачкам строишь. А потом начинается настоящая брутальная такая игра мужская. Похоже, тут вон чуваки такие выделываются, если хотят по роже получить. Это... Ну давай. О, боже мой. О боевой системе, это, блин, это, наверное, смесь. Ну, она аркадная, конечно, сама по себе, большая часть. Но фишка была в том, что ты мог подбирать разные вещи на улице, там велик можно было в руки взять по морде, да, и там еще что валялось в округе. И были всякие крутые добивания этими вещами, как рукопашную, так и вот этими вещами. О, кстати, вот этот чувак тоже был в предыдущей части, в четвертой. Вот, и они выглядели настолько классно, настолько жестоко, круто или смешно, там зависит от вещи, которая у тебя была, и он делал разные прикольные штуки добивания, вот. Они просто мне всегда доставляли. Плюс ей была прокачка всяких новых ударов и много чего интересного. И холодного оружия почти не было. Те, кто играли в Sleeping Dogs, наверное, поймут, что большая часть идет рукопашной драки, и оружие тебе в руки попадало очень-очень редко. Так. Теперь вопрос. Я знаю, что треугольник — это супер удар, квадратик — это бить. Так. Это, кажется, ага, рывок. Это что такое? Это прицелиться. Это, наверное, блок вообще. Ну-ка. А этот удар вообще. Так, секунду, пацаны. Ладно, давайте. Короче, если накопить такой синий полоска, ну... Блин. Вот она, видите? И теперь я могу сделать добивание на треугольник. Вот, то есть я подбегаю, оп, и то. Так, секунду. Сейчас переката. А может, меня просто еще не научили ей? Или я еще не накопил их? Что это? Вот такого раньше не было. Я не помню, как это. Вставай, давай. А, ну вот, я его добил. Не, ну может просто еще нельзя делать их. Хотя вроде, по идее, должно быть сразу. Но там должна заграться кнопочка, и ее здесь не было. Это что за пидорок? О, боже мой. Караска. Йоку коку га вакатта на. Коро демо... Еще я начинаю сомневаться в том, что в этой части можно подбирать разные вещи на улице и бить ими. Здесь немножко другой сеттинг. И куда делись вот два крутых меча? Это печально. Ладно, давайте мы. Я понял. Все равно мы ничего не понимаем. Они тут что-то спорят, разговаривают. Так, пауза. Нас подслушивают. И... А прикиньте, а на этом демка закончилась. Вот. Такая вот маленькая нелепая демка. Ладно. Может, где-нибудь бомжей найдем, которые захотят нас сбить. Хочешь меня сбить? Ты меня хочешь сбить? Нет? Сейчас пойдем. Так, как-то еще бегать можно? Вот. И они вообще падают, если врезаться. Так, стоп, это же. Опа-на. Я куда-то... О, походу, пожарить можно. Давайте там у нас 5 тысяч, 55 миллионов. А, фиг его знает. У нас явно больше, чем тут предлагают, ну давайте. Я хочу... Вот это хочу, да. Плевать, короче. Выберешь, он не покажет. Хорошо? Очень вкусно, спасибо. До свидания. Карта. Так, я нашел где карта. Куда мне идти? Подозрение есть, что сюда. А может и нет. Блин, когда я в английскую играл, я там иногда затупливал. О, 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 о!
Ну, чё, давай, ёпта. Смотри, как он накручивает, а. У меня ещё пистолет, кстати, в другой руке есть. Ой. А как я стреляю? Вот, кстати, ты, фига он там раскидывает. Вау. Бежать. Прикольно, на треугольник пистолетом, короче. А как тогда суперки делать? У меня вот есть, а как их сделать, я не знаю. Что-то подобрал. Ну, а тут бои стали убить намного красивее. Блин. Давай, иди сюда, это. Пристрелил чувака. О, чувак засал. Неси в компот. Так. У нас есть проблема. О, отдают мне вещи, типа, ай, забирай. Все, ты папа. Так, где прокачка? Патроны. Ой, 50 патронов. Слушайте, они что, щекотят? О, у меня тут есть разные мечи какие-то. И они явно получше будут, судя по звездочкам. Тут две, а тут больше. Давайте это попробуем взять. Тут все нормально. Вот так вот. Ага, тут оделись. Вот у нас прокачка. Ух ты! Рукопашка. Блин, вот очень не хватает мне дисковой версии игры. Это не та игра, в которой можно разобраться. Да. Раньше такой прокачки не было. Ладно, побежали. Здесь нельзя просто так взять и махать мечом на улице. Блин, тут опять пацаны что-то возникают. Боже, что ли. Постоянно он зеваки собирается, которые стоят и смотрят. Блин, как же добивание это делать? Лежачих ему раньше можно было добивать. Но их можно было добивать, когда ты научишься этому приему. Здесь, возможно, эффект тот же. Или я просто не знаю, что за кнопка. Забить, а. Ух ты! А, вот, нолик, если нажмешь, и он докрутится. Я все думаю, как это делается. Ну-ка, забрать. Тихо, женщина. Блин, а возможно мне вообще даже и куда-то не... А, вот, приблизить можно удалить. А, возможно мне вообще не... Ничего. Ой-ой-ой. Он снизу слева написано, что мне нужно сделать. А,
О! Возможно, я пришел куда надо. Умачи кадахаре! Усаке ну дай во! Скени штуки! Конайда сацмаму не состе даро! Понятно? Сея кедо! Эта женщина привязалась к мужикам. А, заткнись! Ты думаешь, кто мы такие? Мы... Что-то там, короче, и платить не хотят, как я понял. Это нормально. О-о-о! Всё. Ах ты ублюдок! Смотри, куда идёшь! Тишина. Шинсенгуми. Вы... А, если вы не заплатите, я вызову полицейских, короче. Заткнись, женщина. Тебе лучше нам заплатить. А, за нас заплатить. Короче, денег у меня нет. И что-то там еще сказал, он плохой. Что ты сказал, типа? Да я тебе сейчас моргало выкурю. Ах ты, засранец. Готовься к смерти. Ну, вольный перевод, вы понимаете. Блин, может здесь добивание научат? Вот. А, вот. А, нет. Нет, ну. Нет, нет. Я должен быть, наверное. Ты. Может, она есть? Она не такой, конечно, был, но это я, наверное. А кто заходит? Так. А, ну да, вот синенькая исчезла, значит, это одно из них. Кажется, тебя добит. Мы поняли, хватит. Хорошо, успокойся. И убежали, короче, вот так вот. Ой, самурай-сама. Вы просто великолепны. Спасибо вам там все дела. Еще и не заплатили. За хорошую работу. О, пожрать тут нам еще предлагают или выпить. Давайте выпьем. И у нас жизни пополнились. Есть, а? Ну, там бла-бла-бла-бла, что-то нам рассказывает. Так. Сверху что-то появилось непонятное. А, на меня он алкоголь действует, он слева видно. Немножко опьянен. Закупиться всякой фигней, это мне не надо. Да, вот чуть-чуть шатает. Ой, простите. О, тут можно зайти сюда, внутрь. Так, ребенок, сгинь. Я иду внутрь. Не знаю, что это. Чаши какие-то. Я пьяный. И мне нужно... Ника, смотря, надо верхний брать. И мне нужно... А что вы предлагаете-то вообще? Что это? Это случайно не сауна? Не сауна, что-то? Ну, давай так. Да. Ба-ба-ба. Короче, я в какой-то магазин зашел. Вон там мечи, кстати, стоят. Ладно, уходим. Там рыбки стояли, интересно, их можно половить? У них забава была, золотые рыбки, да, есть золотые рыбки ловить сеточкой такой бумажной. Я надеюсь, что я где-нибудь найду такую штуку. В общем, это базар. То ли рис, то ли еще что-то купить. Почему бы нет? Какая будет?
Л1, Р1. Так, вопрос, куда идти? За вопрос остается открытым. Ладно, какая-то... О, мне кажется, наверное. Эй, посмотри. Это же... Шинсенгуми, ну это типа полицейский местный. Уходим, пока нас не заметили. Я такой... Апс. О боже, что это за кролик? Ты же Сакамото. Я так и знал сразу. Не смейте. Он говорит, ты ошибся, не может такого быть. Все, короче, нас спалили. Это же Шинсенгуми. О боже. Надо бежать. И убежал. Короче, он нас подставил. Убегает. Эй, стой. Черт. И... Походу, мне надо сейчас будет убежать от них. Да. Это что-то вроде... Что-то... А, это где спрятаться можно от них. Нет, смотри. Не-не-не. Надо убежать. Ай, черт. Ой, я смотрю, что Сингуми плохо бегает по лестницам. Ой, устал. Так, теперь нам надо добежать до вон той розовой. Он развернулся. И карта не очень, я думаю, сделана, я иногда путаюсь, куда бежать. Но мне надо сюда. Выполнено. Они... Короче, все закончилось. Как-то так переводится. Я не знаю, кто ты такой. Я не знаю, что он нам такое сказал, но... Анта-са, а ты случайно... Тенден-ди-син-дью-но-скайте-а-ми-скат-та-но-гай? Что-то спрашивает про прошлое. Ты там что-то там сделал? Или что-то такое? Нанда-то. Что ты имеешь в виду? Да харе, я понял, что нет. Ну, сколько можно? Ну, хоть что-то русское. А? Все? А, вот 22 февраля она вышла. Может быть, чуть-чуть, да, на PlayStation 4 и PlayStation 3. То самое интересное, демка вышла буквально недавно. Добивание, конечно, так и не показало. Печально, но они реально крутые. Демка, конечно, оказалась коротенькой, но смысл ясен игры, он... Такой и намного круче. И там вот есть очень крутые реально ролики, реально крутые битвы, реально крутые боссы, крутые битвы с боссами, крутые потом ролики вот с боссами, а там месиво, кровь, там чего только нет. И очень много юмора, и много всего. Игра реально классная, но... единственное, кому она может не понравиться, это те, кто
Люд ненавидит Японию, все, что с ней связано. А остальные, если вы не играли хотя бы в третью, там, четвертую, PlayStation 3, если сейчас можно свободно купить в магазинах, ну, как свободно, их уже надо поискать, игры старые, но цена у них не больше 1000 рублей, там, буквально копейки. И стоит попробовать, потому что реально классно. И спасибо за просмотр, всем пока. А, да, еще ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите комментарии.